Начнем выпуск с необычной акции, которая прошла во всех подразделениях ГИБДД Московской области. «Мой чай, моя безопасность». Наш город не стал исключением. Чтобы скоротать время в очереди, посетителям предлагали поучаствовать в викторине, получить памятный подарок и попробовать разные сорта чая. Как это проходило, а главное, зачем угощали в ГИБДД этим бодрящим напитком, узнала Мария Антонова. Красный, желтый, зеленый. И это вовсе не про цвета светофора. Чаем таких цветов и сортов угощали своих посетителей сотрудники отдела ГИБДД «Люберецкое». Но не просто чаепитие подготовили для гостей. Главная задача этой акции в другом. Основное направление данной акции – это в первую очередь популяризация трезвого образа жизни и рассказ о том, что чай заменяет многие напитки, многие продукты, и в дороге лучше использовать чай, а не что-либо другое. Такая необычная акция в подразделениях ГИБДД Подмосковья прошла впервые. О том, что использовать чай за рулем на дальних расстояниях лучше других напитков, говорили не только сотрудники правопорядка. Среди посетителей отдела уже были те, кто пользуется этим правилом постоянно. Останавливаюсь обязательно, если чувствую, что усталость, останавливаюсь, пью чай. Вот, и, соответственно, хотя бы минут 15-20 отдохнуть. Просто закрыть глаза и подремать, если такая возможность. Полезная информация никогда не бывает лишней. Тем более, если управляешь транспортным средством. Вот так, не только за делом, но с подарками и в хорошем настроении провели свой день многие жители округа в Люберецком отделении ГИБДД. Мария Антонова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Привет, меня зовут Александра Томей. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых важных событий.